Претендентка на тарелочке от Муз-ТВ сразу в 4 номинациях. Нюша ради съемок нового клипа прошла курс современного индийского танца. Сергей Гладун побывал на площадке и сейчас расскажет все подробности. От одного вида певицы Нюши в золотом купальнике захватывает дух. Но когда она еще и начинает танцевать индийские танцы, мужское сознание вообще погружается в экстаз. Столь горячие телодвижения поклонники звезды скоро увидят в ее новом клипе «Где ты, там я». В Индии очень много вариаций классического танца индийского, но мы сегодня хотим совместить современный танец и классический индийский в своей интерпретации. Конечно же, главной идеей подарить этому танцу много любви, тепла и счастья. За время съемок Нюш успевает не только отрепетировать новую хореографию, но и подучить сложнейший язык жестов. Прям-таки полиглот. Одним из главных индийских жестов является вот такая вот штучка. Анджали Хаста, что означает приветствие. Совсем скоро, без сомнения, яркий клип русской индианки увидим в эфире Муз-ТВ. Анджали Хаста, Нюша, ждем с нетерпением. С вами была Нюша, специально для Муз-ТВ. Сергей Гладун, про новости.